Питер, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету. Скоро кончится лето. Сказали, жарко будет даже тень. Впрочем, в той тени, где я пока, и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день едим, а три пьем, и в общем весело живем. Хотя и дождь за окном, магнитофон сломался. Я сижу в тишине, чему и рад вполне. Час, когда нам повезет.